Всем привет! Это видео о том, как отключить контроль учетных записей Windows 10. Примечание. Если вы не опытный пользователь, то я бы не рекомендовал вам это делать. В целом, контроль учетных записей Windows 10 уведомляет вас о запуске приложений, которые могут внести изменения в вашу операционную систему, и дабы избежать нежелательных последствий, требует для этого вашего разрешения. Итак, как отключить контроль учетных записей Windows 10? Способ первый. В поиске вводим учетные записи пользователей и запускаем. Здесь выбираем «Изменить параметры контроля учетных записей». Требуется право администратора, чтобы открыть этот пункт и внести изменения. По умолчанию выбран режим «Уведомлять только при попытках приложений внести изменения в компьютер». Опускаем бегунок в самый низ, тем самым отключаем контроль учетных записей. Для применения настроек нажимаем ОК. Для этого также требуются права администратора. Способ второй. В поиске вводим regedit. Запустился редактор реестра. Заходим в HK Local Machine, Software, Microsoft. Windows. Current version. Policies, System. Для того, чтобы здесь отключить контроль учетных записей Windows 10, устанавливаем для Consent Prompt Behavior Admin значение 0. Для Prompt on Secure Desktop значение 0. А для Enable LoA значение 1. В данном случае оставляем как есть. Перезагружаем систему для того, чтобы изменения вступили в силу. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео будет для вас полезным.